Шаурма – ближневосточное блюдо. Из питы – плоский пресный хлеб или лаваша, начиненное мясом, овощами и зеленью с использованием различных соусов. На сегодняшний день это один из популярных фастфудов. Бытует мнение, что шаурма вкуснее всего получается именно у восточных поваров. Мы побывали на мастер-классе по приготовлению правильной и вкусной шаурмы в кебабушке. Назар – шеф-повар из Минска. Уже много лет он обучает молодых поваров искусству готовить шаурму, делится с ними навыками и секретами. Я в общепите профессиональный повар. Я последние 10-12 лет работаю, в последнее время работаю только шаурма. В этом шаурме делаю технологическую карту, изучаю вот самого клиента, самого вот эта продукция. Шаурма самый вкусный секрет, это, конечно, который готовит того повара, должен быть душа, все состояние характера вложиться в этом шаурме. Тогда эта шаурма получается очень вкусно. Это первый секрет. Второй, конечно, зависимость вот это приготовления качества соуса и качества самого продукта. Все салаты и все мясо вкусно жарит, вкусно сочно, чтобы не сухой, не твердо, чтобы мясо было. Поэтому шеф-поварам мы стараемся объяснить, чтобы был все для клиентов. Каждому из нас, кто любит фастфуд, важно не только просто перекусить, чтобы утолить голод, но и чтобы это было вкусно и по возможности полезно. В своем мастер-классе Назар показал, как сделать шаурму вкусной и полезной. В помещении кебабушки царило положительное настроение, приправленное пикантными нотками Востока.